Доброе утро, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Добрый вечер, добрый день! Смотри, когда вы нас смотрите. Мы вон, смотрите, где стоим. Возле, это у нас наркодиспансер, но и по совместительству здесь у нас последняя вот эта как комиссия, типа втек, не втек, как он называется. Короче, там, где мне надо было проходить свои последние штуки. А где мой паспорт? Вот. Чтобы получить? Чтобы получить мою пенсию. Продлить, вернее. Мне же каждый год надо приходить и продлевать. И вот заветная зеленая бумажка у меня. Ой, господи, паспорт забери. До какого? До 10.03 до 2002 года. То есть в следующем году у меня то же самое предстоит. Беготня, МРТ дорогущие, анализы дорогущие и все вот эти дела. И сказали, надо пролежать в больнице. Я говорю, в какой же больнице мне это пролежать? Ну, думайте сами, в какой лежать. Решайте, но вам... сами, да. Решайте сами, где вам лежать, но пролежать вам надо. То есть их не интересует, буду я лечиться. Главное, чтобы я пролежала. Я говорю, ну так ревматологии больше не существует. Ну, пролежите в какой-то другой больнице. Понимаете? В общем, же вы понимали. Вот. Ой, короче, вот два часа вот... сидели мы. Да, просто. Даже зашли люди, которые передо мной были, вернее, после меня были. Они поуходили. Да, поуходили. А мы все сидим, потому что решали они долго и нудно, что к чему и почему, понимаете. Не могли понять, что им делать, или чай пить, или от кого-то отпускать, или куда, или еще сюда. У нас вообще такой дебилизм вот это вот с этими перекомиссиями, девочки и мальчики. Вот. Людей собирают, вот карантин сейчас, да? Опять же, Украину начинает волна накрывать, там уже и Николаевская область, и Ивано-Франковская, в общем, короче, много-много. У нас еще Кировоград пока не в красной зоне, но к нему наближается все. И собирать куча больных людей с разными болячками, извините меня, в одном коридоре, чтобы мы вот так сидели нос к носу, ни одного санитайзера, вот, или как он там называется. Да-да, чтобы там руки побрызгать, все берутся за ручки. Ничего нету. Вообще абсолютно. Плюс нас томят вот это по 10 раз. Раздевайтесь, зайдите в кабинет. То есть ты сначала заходишь, раздеваешься. Ну, при том, что там прохладно, допустим. Хорошо, хоть не на улице. Значит, ты раздеваешься, заходишь. Они забирают у тебя паспорт, пишут там какие-то твои данные. Все, выходишь. Одеваешься. Одеваешься, потому что холодно, надо сидеть. Потом там еще несколько человек заходит. Это потом опять зовут тебя. Зовут тебя и говорят, типа, там, спрашивают кое-какие дела, что принимаете, что пьете, что-то, ну, как всегда, блин, расскажите, раз это самое, выходите, выходишь, опять ты сидишь, хрен знает, сколько ждешь, потом тебя зовут, сообщают, что тебе продлили, буквально на 5, вот так вот ты заходишь, даже еще за собой дверь не успеваешь закрыть, ну, раздеваться все время надо. Не успеваешь за собой дверь закрыть, мы вам там продляем туда-сюда, все, идите в коридор, ждите, то есть туда-сюда, туда-сюда, понимаете? Коридорчик узенький, там, то есть, если дверь открывается, человек сидит напротив двери, пройти уже некому. Вот. Поехали туда, КТБ уже потихоньку. Вот. А потом ты сидишь долго-долго, ждешь, пока они бумажки вынесут, и сказать, идите, делайте ксерокс. И это каждый год одно и то же. Чтобы сделать ксерокс, надо пойти в здание, пойти в другое здание, вообще, хрен знает, куда аж, ну, туда же. Вот. Пойти сделать ксерокс в трех копиях. Говорю, за сколько времени уже по себя ксерокс этот поставили? Платили люди те же деньги. Нет, для лучше того, чтобы... кабинетов, из каждого кабинета выгоняют на ксерокс. Да, дело в том, что столпотворения не было. Люди с палочками, люди там с болячками со всеми, понимаете? И они, значит, это, сигнальнее. Смотрите, что делает. Смотрите на этого человека. Она просто идет посредине дороги, потому что она решила перейти не по пешеходному переходу, а ей просто захотелось перейти, идти вот так посреди дороги. Все. Там видите, мокро, так сади на тротуар, блин. Зачем ты переходила дорогу, если ты видела, что там мокро? Люди странные. Идет, и она ей пофиг, да? Она абсолютно не переживает. Типа не трамвай объедет, да? Ладно, это все ерунда. Разные люди интересные вещи совершают. Ну, короче, пока там высидишь, пока мисс вот это все, кто-то там кашляет, кто-то чихает, кто-то там, блин, с какими-то вавками, кто-то еще с чем-то. И мы все сидим, как вот эти селедки, понимаете, эти куча кабинетов, и все сидят вот в этом коридоре. Кто-то стоит, кто-то сидит, кто-то туда-сюда ходит. Короче, ну, вы поняли, да? Туалет, понятно, все люди ходят в туалет. Естественно, ну, вот, допустим, там же еще мужчины есть, да?
То есть хотя бы этот санитайзер этот поставили, чтобы мы за одну ручку все не брались, а все сплошными вот этими руками, понимаете? Ну это кошмар какой-то, блин. Даже я же говорю, в магазинах везде в общественных местах есть, а это типа ж больница, да? Да, да. В коридоре не поставить эту штуку. Ну, короче, ладно, это такое дело. Типа, проблемы болеющих, да, врачей не это, не долбут, как говорится. Ой, мне кажется, знаете, иногда, да перестань это делать. Ой, простите, извините. Мне кажется, иногда, что вот таких вот перекомиссий устраивают специально для того, чтобы, знаете, это гонка на выживание. Кто не сдох по пути этих с этажа на этаж по врачам, да, кто успел добежать до этого, до вот этого последней инстанции, блин, то там уже точно в коридоре подохнешь. Ну это ж кошмар какой-то, слушайте. А я же говорю, ладно еще, допустим, там Коля сбегал, этот сделал мне ксероксы. А кто пришел вот, да, с палочками, совсем, еле иду. Тот мужик, помнишь, он еле встал с той табуретки, блин. И почухал. И они еще делают так, что раньше, когда мы те года были, они выходили и сразу несколько давали этих, ну, нескольким людям давали, чтобы взять ксерокс. И самый там здоровый собирал вот эти бумажки и бежал, делал один ксерокс, ну, типа, всем, короче, всем делал. А теперь они прощелкали это, что приносят все сразу. И они решили вот так вот каждому выдавать. Идите, делайте. Там та уже ушла, раз, выносят другой. Идите, делайте. Ну, короче. Они сидят там просто, у них работы нету, и они растягивают удовольствие. То есть специально, чтобы не скоротили народ. Неудовольствие расставят. А у них рабочий день такой-то, такой-то, и они себе на день там 10 человек или сколько там поставили, и все. Да. И они этих 10 человек будут мариновать почти конца рабочего дня. Чтоб им не нагрузили потом, вы справляетесь быстро с этими 10 человеками, тогда тянуть вам 20 человек. Ну, короче, я не знаю, что там, как там. Но это просто полнейший бред. Ну, это такие мысли вслух. Я понимаю, что у врачей там свои заманухи. Я не говорю, что там плохо, хорошо и все остальное. Но блин, ну это ж кошмар какой-то. Как-то ж, ну, надо это регулировать, да? Да. Это же издевательство просто какое-то. Вы представляете, что такое? Я вообще не могу понять своего прикола. Зайдите, выйдите, блин. Зачем? Три раза надо было зайти. Четыре раза. Последний раз зайти, взять бумажку. То есть 4 раза ты заходишь в кабинет. Зачем? Разделся, оделся. Для того, чтобы я даже только захожу в кабинет, она мне сказала слово, выходи с кабинета. Ну, то есть, зачем? Можно еще было просто тогда, когда будет давать тебе уже эту бумажку готовую. Тогда сказать. Тебя позвала, ты зашла, мы вам даем группу, вот возьмите, берите бумажку, вот идите к Серте там или еще что-то. Ну, да, действительно. Нет, по 10 раз. Дурдом. Ну 4 раза зачем заходить в кабинет 4 раза? Причем беспонтово просто. Тем более в карантин. Да. Все ходят, за ручки хватаются, блин. Особенно за эти ручки, блин. За эти ручки туда-сюда, я же говорю. Ну, не пойми, кто что, у кого чего. Ё-моё. Гигиены вообще ноль. Никакой вообще, ну никак. Дурдом, короче. Да. Короче, в общем, вы поняли. Мы возмущены, идем в АТБ. У нас морковка дома закончилась, поэтому вон подъехали мы к нашему АТБ. Быстренько забежим, ничего не будем покупать. И, наверное, потом заедем еще по дороге, да, к ветеринару. Мама просила к ней заехать, канал там настроить. Но мы же столько потратили время, пока сидели там. Что, а Боньку ж кормить надо ехать. Боньку кормить надо. Ну, короче, ладно. Вообще времени не могу. Ужас. Так, заехали мы к рынку. Вот. К рыночку приехали, надо Коле сгонять быстро, посмотреть там одну детальку, блин, людям, вот, и это самое, и быстренько уже домой бегом, потому что там же щенки дома сидят, а здесь, смотрите, домик, я вам как-то показывала, он еще стоял, у нас он лет 15, чтобы не соврать, стояла просто этот, шкабатурка от него, без окон, потом ставили окна, потом этот, выбили окна, потом это типа строилось какое-то типа архива или еще что-то, потом поняли, что архив здесь нафиг не надо, пристроили балкончики к нему, видите, это пристроенные балконы, пристроили балкончики и сделали как жилое помещение. В общем, не знаю, что там получилось, конечно, в итоге. Ну, раз, пока было типа коммунальное помещение, но стояло 15 лет, разваливалось. Как только жилое продать квартиры, вот, пожалуйста, чих-чих и сделали. Слава, так быстро вышел. Заехали. Это, кстати, наш район бывший, там, где мы жили. Это удивительный был аттракцион. Что, никого не было? Там никого не было. Это вообще... То есть я и он. Класс. Просто прелесть. То есть я и она.
обычно, если быть точным. Обычно, если сюда заезжаешь, то все. Стоишь очередину, страшное дело. Тут, я же говорю, что сегодня неплатибельный день. Неплатибельный, да, да, я понял. Уже все бабушки позаплачивали коммуналку, потому что, я же говорю, они же платят с первого по пятое. Ну, или в конце месяца. Так, теперь мы отсюда не выйдем, я говорю. Че выйдем? Оба, выйдем, ура. Все, сейчас быстро едем домой, позвонили ветеринару. Думали сразу к нему поехать, просто к нему ехать, если, ну, если сразу, город, то лучше туда, да. Да, сразу-то другой стороной надо ехать, ну, с другой стороны города заезжать. Вот, а он говорит, что сейчас что-то у него там тоже занято, ну, может, операция или еще. Говорит, я освобожусь, я перезвоню. Уколы, если детям уколы будут делать. А, детям уколы? Да. А, если детям уколы, то это че собача там, че котя там, че еще кому-то. У него все дети. Его заберут, сейчас отвезут. А, ну, наверное, я же говорю, кого-то богатенько будет делать уколы. Вот. А этот, а потом его привезут, да, уже потом и он позвонит и... Подожди, еще идут. Мы спокойненько уже поедем к нему. Вот. Или уже Коля сам мотнется, возьмет эти уколы. Попробуем мы... Не, сами не мотнусь, поедем вместе. Поедем вместе? Да. Ты будешь задавать ему вопросы, я буду стоять рядом. Я буду моральной поддержкой, да. Да, потому что я забуду, блин, половину. Сюда, сюда. Він забуде половину и все. Ну да. Ну, короче, в общем, вы поняли, да? Надо порешать что-то с Евой, потому что это очень... Что такое? Разрыли тут. Яма. Оба. Яма. Мы приехали на мусор. Вот. Ну и столько тут этих самых, блин, сейчас вам покажу. Воронья! Вороны, голуби все до кучи, видите? Это ж наш райончик. Вот на этом поле мы выходили, гуляли. Ну, это не поле, это такое окраина. Вот там у нас посадка. Вот туда вот дальше. Вот. Но на посадку ходить с маленькими щенками было опасно. Особенно это весна, лето, там же клещи. Мы выходили вот сюда вот. Здесь проводили тренировки. Ну, или в садик. В садик вообще не пускали днем. А мы вечером ходили в садик, чтобы никто не видел. Там скаты есть. И мы под этими скатами учились ползать. Помнишь, как мы учились? Да, да, да. Через один скат перепрыгиваешь, под второй скат ныряешь. Угу. Вот, чтобы собаку научить. И вот сюда выходили. Тоже здесь тренировались. Да, такие воспоминания. Это полностью наш район, Беляевка. Угу. Раньше мы здесь жили. Только вот за этими девятиэтажками, в пятиэтажке там. И вот эту посадку ходить. Ну, я же рассказываю, только не всегда можно, потому что клещи. Клещи, да. Клещи – это дело такое. Вот ранней весной можно их тут нацеплять. Но на гладкошерстной собаке там их легче рассмотреть. Хотя, если маленькие клещики, то фиг ты их увидишь. Так что такие дела. Ой, да, посадка наша родная. Мы сюда и ходили на шашлык, да? Да. Да. Вот, а там моя школа родная. А это наша речка Вонючка родная. Тоже сколько мы здесь гуляли с ними, ты помнишь? Да. Выгуливали здесь с ними, тоже тренировались возле этой речки. Да, прикольно было. Ну, там было меньше у нас забот, хлопот, да? Все-таки согласись. Так, он поворачивает или нет? Не поворачивает. Все-таки согласись, в квартире меньше забот, хлопот, чем в частном доме. Конечно, блин. Что там, блин? Но мы еще и переехали с квартиры, потому что нам мало было хлопот, забот. Мы там не знали, чем заняться. Да-да. Вообще вот в квартире реально не знали, чем заняться. При том, что и работали, и все, но это было просто жестоко. То есть ты приходишь даже с той же работы, и ты дома сидишь, в этих стенах, блин. Никуда, ничего, никак. Особенно, когда начинается весна, да? Угу. Все, хотелось куда-то вырваться. Вот уж мы на дачу прям переехали, помнишь? Да ну и смысл жизни в том, что сидеть, блин, что, телевизор смотреть дома? Да вот уж. На работу, с работы телек, блин, и что, и кровать, все. Угу. Никакого тебе этого. Движение – это жизнь, понятно. Движение что? Должно быть, да, должны быть мечты, планы. И все классно. А в квартире оно получается, это все, как бы ремонт сделал и все. Иногда, конечно, это напрягает, потому что финансов не хватает, товарищи. Да. Чтобы взять и, знаете, вот сделать. В частном доме, да-да-да. Задумочку свою, там, пристроечку ту же, да. Ну вот на то, что мечтается, да. Хочется ж мечтать так, как хочется мечтать. То есть со своими там планами, со своими там этими мыслями в голове. Вот, именно так, как хочется, а не так, как, блин, на что хватает, понимаете. Почему, может быть, так у нас и медленно делается? Потому что мы хотим так, как нам хочется, а не на то, что хватает.
Ну, то, что хватает, можно и так тогда. Не, ну хотя, знаешь, я тебе скажу, мы 5 лет, считай, убили на разведение всякого ненужного хозяйства. Хозяйство, да, да. Но это нужно было тоже пройти, потому что мы об этом мечтали. Да. И если бы мы это не прошли в тот момент, то мы бы жалели. А так мы успели поддержать, ну, все, что имеется в частном доме, да? Да, да. Коза, корова, кролики, блин, курочки. Даже гуси вот эти прожорливые были, да? Угу. Что у нас там еще были? Гуси, а, ну, свиньи. Свиней куча. Но это у нас не просто ути были, это у нас эти, как гиганты. Ну, большие ути, гиганты. Да. Эти, они и жрут, как гиганты, чтобы вы понимали. Все было, короче. И причем, я же говорю, 5 лет подряд, и нам это даже нравилось. В начале. А потом, когда мы поняли, что ну выхлоп, ну то есть выхлоп просто в желудок. Ну да. То как бы вот. Просто для себя. Желание начало пропадать. Сначала это было в кайф, интересно, разводить, держать там туда-сюда. А потом ты понимаешь, что это блин, это просто все уходит в туалет. Ну и плюс время отнимает у тебя. Ну и жизнь, да, отнимает. Потому что ты на это тратишь время, ты думаешь, чем кормить. Ты думаешь, где как что построить, где как там что-то подлатать, эти сарайчики. Какой там выгул, какой там что. А в конечном итоге это просто сжирается и все. И все. Ну и как бы и все. В общем, да. Сельские бизнесмены с нас никакие. То есть мы... Нет. Если бы оно было для бизнеса, то да, было бы там деньги приносило. То, я думаю, еще бы пошло. А также смысл. Нам оно деньги не при... Ну, оно приносило деньги только с продажи поросят. Но мы же сколько тратили на это все. Конечно. Так что это не приносило нам деньги. Это мы трошечки отбивали там жрачку там и все такое, да? Да. Вот. А еще из этих поросят, извините, надо как-то это самое выкормить. А свинью, когда она разродится, да? Угу. То укол ей, то еще какая-то фигня, то подкормки, то еще что-то. Это, короче. То сарайчик, блин, там протекает, да. Там надо подмастерить, там надо подлатать. Переселить, там отселить, там сетку натянуть, там столбики вкопать. Да. Там они прорвали дырку, блин. Ну, пока мисс не попробуешь, ты этого всего не поймешь. Да, да. Пока мисс не попробуешь, объяснить тяжело, что вот это так, а вот это не так. То есть, да, да. Мне бы кто-то отговаривал меня, я все равно бы не послушала. Согласен? Конечно. Что такое? Что мы так... Плохо это... у нас что-то плохо. Что-то в машинке нашей плохо, да? Угу. Что-то как-то она задыхается, непонятно что. Может, на бензин перейти? А мы вообще на газу? На газу. Ладно, чтобы мы сейчас не заглохли. А то... Какие-то, наверное, забились фильтры опять или еще что-то, да? Мне кажется. Она как троит, что ли, блин, не знаю. Ну, она как-то так... Вроде не хватает, вроде бы, горючки или чего-то не хватает, да? Такое ощущение. Блин, может, воздушный фильтр забылся там, а? Не знаю, какие там у тебя фильтры, воздушные, невоздушные. А их там тяжело чистить? Да не то, чтобы... Не, не чистить, его менять надо. А, менять надо? Да. А как понять, это он забился или нет? Ну, его вытянуть и завести в машину. Газовать. Ну, короче, сам займешься. Все, ребята.